Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, и сегодня мы снова играем на Next RP. И, ребята, ссылочка на проект, как всегда, находится, разумеется, в описании к этому ролику. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации, разумеется, вводите промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Нажимаете клавишу Escape, далее раздел «Магазин», и здесь вводите очень простую команду, которая называется Дони Топ. Вводите ее так же, как это делаю я, потом применить. Получаете самые классные плюшки на сибирском серваке, ребята. Я играю именно на сибирском серваке. И также копируйте промокодик M18C13BFZ. Вводите его также вот в разделе витрина, да, получается, вот где вводится промокод. И получаете еще плюшки сверху. Поэтому, разумеется, не забывайте забирать свои прикольные призы на NextRP. Итак, ребята, как вы помните, в прошлом видосе мы с Тохой работали в ДПС. Мы устраивали облаву на нарушителей, и было очень весело и прикольно. Если вы пока еще ролик не посмотрели, то, разумеется, посмотрите. Я оставлю ссылочку сверху на тот самый ролик. А сегодня я открою кейсы на NextRP. Как вы знаете, на Next к нам подъехали новые кейсики, которые сегодня я, ребята, и пооткрываю. И я очень надеюсь, что сегодня я заработаю и смогу забрать очередные прикольные тачки на NextRP. Итак, у меня есть 25 тысяч рублей прямо сейчас на кармане, 25 тысяч доната имеется в виду. И давайте посмотрим, что у нас есть в плане кейсов. Итак, у нас есть опять-таки новые кейсы, которые эксклюзивные. У нас их немножко совсем. Также есть магазин кейсов обычный, и здесь у нас есть реально очень крутые тачки. Во-первых, NextRP готовится к Хэллоуину. У нас есть кейс Оно. Да, здесь, конечно, разные прикольные аксессуары, тачки и так далее. Есть кейс Хитрец, он стоит 1000, здесь тоже прикольного разного много. Кейс эксклюзивный, вот это интересно. Он стоит 2000 рублей, и тачки здесь реально прикольные выпадают. Эксклюзивные золотые тачки, красные тачки, фиолетовые тачки, голубые и зеленые тачки. Вот, конечно, выбить здесь что-нибудь такое прикольненькое можно сегодня постараться. Кейс дымный также здесь есть у нас. Ага. Золотой запас кейс с кейсами. Мы сегодня 100 пудов, ребята, это купим. 100 пудово, я отвечаю. Ну и, в принципе, также... О, кейс четвертак тоже стоит недорого, а тачек много. Только тачки, это классно. Короче, давайте сначала мы купим кейс с кейсами. Я думаю, что 5 штук мы таких купим. И откроем очень быстро. Поехали, открываем. Кейс Феррари. Всего один, что ли? Ёбарасоты. Так, открываем. Кейс Бизнесмен. 3 штуки. Кейс уличный, точнее, кейс-центр, 2 штуки мы выиграли, и еще 2 мы открываем. Кейс долларовый, 3 штуки мы выбили, и еще один кейс-центр, 2 штуки. Так, у нас, получается, есть кейс Феррари, да, давайте мы его откроем сейчас. Ну, на самом деле, я думал, что будет покруче дроп, но ладно, что есть, то есть. Кейс Феррари, давайте мы его откроем, посмотрим, а вдруг мне сейчас Феррари выпадет. Но здесь, опять-таки, очень много разных прикольных тачек. Феррари. Стой, Энза! Ай! Не, это неплохо, лям, это неплохо на самом деле, но там Энза пролетела вообще вплотную. Вы чё, угораете? Так, давайте мы откроем кейс-центр быстро, все 4 мы откроем быстро, поехали. Обмен. 300 косарей неплохо. Так, 300 косарей неплохо. И еще кейс, да, точнее скин, да? Так, давайте мы, ребята, кое-что запомним. У меня сейчас есть 148 мультов, а было где-то 147 мультов у меня. Давайте мы запомним, потом вычтем и посмотрим, окуплюсь я или нет сегодня. Так, кейс бизнесмен тоже открываем быстро. Мы 3 штуки. Audi A7 Sportback. Прекрасно. Это хорошо. Окей, открываем, значит, выбиваем мы цепочку. И потом еще... И еще одна Audi. 2 Audi. Опять и A7. 7. Это неплохо, 2 машины уже есть. Окей, так, открываем тогда мы опять-таки быстро кейс долларовый. Здесь опять-таки тоже есть тачки. Открываем быстро, поехали, это такой себе. Шляпу меняем и еще пакет игрока стартовый. Ладно, меняем тоже. Так, значит, получается, у меня уже осталось 18 тысяч. Я хочу на самом деле открыть кейс четвертак. Да, давайте мы их купим 5 штук, да, покупаем. И, короче, ребята, открываем. Поехали. Здесь в каждом открытии будет падать тачка, ребята.
Очень надеюсь на золотую тачку или хотя бы красную. ТТ неплохо. ТТ, стой. Фух. Это неплохо. Это хотя бы, ребята, по цене на самом деле очень даже неплохо. Так, ладно, открываем дальше кейсик, поехали. Ну, сейчас посмотрим, потому что на самом деле тачек здесь золотая, супра. Блин, BMW выпала, ребята, обидненько, честно говоря. Такая простенькая BMW E34. Открываем дальше, еще у нас получается 3 кейса, учитывая, которые мы открываем сейчас есть. Золотые все пролетают, фиолетовая опять она, что ли, опять, бэшечка старенькая, что ж ты мне так часто выпадаешь-то, блин. Окей, открываем дальше, поехали, еще 2 кейса буквально осталось у нас из этого ряда, но, как бы, в принципе, неплохо, но вот, да ну да чё, ну столько пролетает и выпадает мне цивик в итоге, блин. Давайте мы откроем один еще быстро в таком случае, просто вдруг, ребята, фартанет, поехали. А, крузак сотка, тоже обычная награда. Так, ладно, что по деньгам? У меня уже остается всего лишь 14 тысяч, да, на кармане. Я думаю, что надо все-таки открыть кейс какой эксклюзивный здесь. Ну, тачек, здесь все машины крутые, в принципе, то есть вы понимаете. Поэтому давайте, думаю, что мы покупаем таких 5 штук. За 10 тысяч рублей, ребята. Скорее всего, это будут последние кейсы за сегодня, потому что их и так очень много. Но, короче, я думаю, что каждый прокрут здесь стоит именно смотреть. Поэтому поехали. Фух, ребята, это очень дорого, но здесь тачки вообще просто бомбезные. Просто бомбезные. Пролетает все, что... Бугатти! Ладно, это неплохо. Додж — это неплохо. Элитный Додж — это реально неплохо. Но если бы была Бугатти, ребята, если бы была Бугатти, поехали. Поехали дальше, открываем. Фух, ладно, я не знаю, ребята, повезет сейчас, не повезет, но я хочу хотя бы одну золотую сегодня выбить. Мустанг, да? Блин. А не Порше, Порше, это лучше. Порше подороже будет, поэтому это неплохо. Каенчик ко мне давай, хорошо, на базу. Я, конечно, мест нету, поэтому приходится после каждого прокрута выбирать новые машины, но ладно, поехали. Осталось буквально 3 прокрута. Бугатти пролетела. О, гелик, блин, 6 на 6 гелик, это вообще имба была бы. Рейндж-рак, ну, в принципе, тоже неплохо, это редкая награда, поэтому неплохо на самом деле. Но тачек сегодня, ребята, просто нереально огромное количество, это круто. 2 кейса, давайте мы откроем опять-таки их обычным прокрутом. Давай, что ему золотое, Бугатти там пролетела. Стой, Урус, да ну нет, ну Мустанг в итоге, я его как-то раз пролетел мимо, в итоге он мне выпал. 5-литровый GT. И, ребята, последняя прокрутка на сегодня. Последний кейс, который прямо сейчас я открою. И я очень надеюсь на что-нибудь вот из первой четверки, ребята. Все, поехали. Последний кейс на сегодня, давай. Давай. Золото пролетело. Золото. Да ну блин, ну это просто, ну вот он максимально близко пролетает, ну чуть-чуть пролетает же. Ой, обидно. Короче, что по тачкам сегодня? Каен, Мустанг, Рейндж Ровер, Каен, Додж, Крузак, Цивик, BMW, BMW, ТТ, опять А7. 12 тачек сегодня, ребята, мы выбили. Это, честно говоря, реально много. Поэтому давайте мы их сейчас посмотрим. Так, где они у меня, интересно? Так, Каенчик, да, смотрим на Каенчик. Ну, такой вот неплохой, прикольненький Каен, на самом деле, я считаю, да. Поэтому продать его можно, думаю, что за неплохие деньги. Конечно, Токи он особо не едет, но как бы в принципе неплохо, я считаю. Поэтому можно, ребята, и лайк поставить за Каенчик. Так, поехали дальше. Что там еще было у меня интересного сегодня? Audi TT. Так, значит, у меня был еще Рейнджак сегодня. Да, Рейнджак вот такой вот. Вот, тоже на самом деле вполне себе неплохой такой Рейнджак. Ну, слушайте, внешка вообще просто бомбезная. Даже как-то внешне мне больше заходит, чем Каен. Чисто, видимо, из-за того, что колеса такие, знаете, широкие. Прям вообще круто смотрятся. Так, неплохо на самом деле. И самое интересное, это, в принципе, Audi TT. Ну и Dodge. Dodge, который тоже реально самый интересный. Сегодня выпал, скорее всего, мне. Он хотя бы красный, тоже, да, круто на самом деле. Ну, такой, слушайте, нифига себе. И звук такой, слушайте, интересный на самом деле. Короче, есть прикольненькие тачки, ребята, поэтому ставьте лайки. И уже буквально скоро я снова открою кейсы на NextRP и посмотрим с вами, что мне выпадет уже в новеньком ролике. Поэтому ставьте лайки и не забывайте играть вместе со мной. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.